На выборы, как на праздник. 11 сентября на избирательных участках белорусы смогут не только отдать свой голос за того или иного кандидата в депутаты, но и хорошенько отдохнуть всей семьей. Праздничную атмосферу на данных участках будут, конечно же, сопровождать коллективы, в том числе созданные в учреждениях образования. Поэтому, естественно, родители захотят посмотреть на своих деток, которые будут выступать в программах. Будут привлекаться и профессиональные артисты, которые будут помогать этим коллективам, значит, организовывать концерты. Мы ожидаем, что на участках традиционно будет доброжелательная праздничная атмосфера. На избирательных участках песни будут литься рекой. Но не только пищей для души запомнится предстоящий праздник. 11 сентября на участках для голосования можно будет подкрепиться и гастрономическими изысками. Предприятия торговли уже разработали особое меню для избирателей. В нем блюда белорусской кухни, ароматная выпечка, большой ассортимент различных напитков. Будет организована выездная торговля с расширенным ассортиментом товаров, который будет производиться без наценок, где наши избиратели могут воспользоваться этими распродажами и сделать необходимые закупки, в том числе и сезонные, так как будут организованы плодово-овощные ярмарки, приближенные непосредственно к зданиям, где расположены участки. На выборах в Палату представителей должное внимание уделят каждому избирателю. Но особенно 11 сентября запомнится тем, кто впервые исполнит свой гражданский долг и проголосует. Предусматривается, прежде всего, это поздравление от главы администрации района, от органа, формирующего участок, или от председателя участковой комиссии, тем гражданам, которые воспользовались своим избирательным правом впервые. При этом предусматриваются какие-то скромные небольшие сувениры, открытки, подарки для таких категорий избирателей. В день парламентских выборов, а также во время досрочного голосования, которое уже началось в Беларуси, в усиленном режиме будут работать правоохранительные органы и сотрудники МЧС. Кстати, на каждом избирательном участке предусмотрено и наличие медпункта. Но мы будем надеяться, что помощь никому не понадобится. Все хорошо проведут время и активно приобщатся к всеобщему празднику. Что ждет нас на избирательных участках, узнавали Диана Галих, Михаил Подсягов. Утро, студия. Хорошего настроения.